Доброй раніці. Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. У Беларусі пропонується альтернатива ільготному кредитованню будівництва жилля. Регіональний ескізний тур фестивалю конкурсу «Млин моди 2017» відбувся у Гомелі. На новогоднюю виставу «Кудесниця» усіх жадаючих запрошає Гомельська городская бібліотека номер 8. У городі Нацожам відбувся Кубок країни по гіровим спорті. Снежное и морозное надворье затримается на Гомельщине на весь этот тыдень. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. Ассортимент продукции плануют повеличить на Октябрьском заводе сухого обеслушченного молока. На предприемстве различивают, что это дозволит найти новых гандлевых партнеров. Октябрьский завод на рынку натуральных молочных продуктов присутничает больше за 40 годов. За сутки тут перепрацовывается 100 тонн сырого молока. Ассортиментный пиролик представлен больше, как 14 наименями. Это масло, сухое обеслушченное молоко, натурально-молочные продукты. Каля 80% продукции реализуется на экспорт в Российскую Федерацию. Сред гандлевых партнеров так само Казахстан. Мы можем что-то придумать новое из цельномолочной продукции. Да? Вот в ближайшее время на рынок нашего района, надеюсь, области и республики, выйдет новый наш продукт, кисломолочный продукт на основе пахты. Это обезжиренное будет такое, ну, как йогурт. У Беларуси пропонуется альтернатива льготному кредитованию будовництва жилья. Это система жилевых будовничных сбережений. Вот уже 10 годов такой способ поляпшения жилевых умов развивает Беларусьбанк. Этой системой зараз користается амаль 600 жихаров Гомельской области. Спочатку покупник самостоятельно вызначает сумму, необходимую на будовництво квартиры. За период от 19 месяцев до 7 годов назапашивая на банковском депозите прикладно чверть от яе. Уклад отзывны и предугледжвае штомесячную капитализацию процентов. А потом банк на остатнюю сумму выдае кредит. Яго процент ставка рефинансования и плюс еще один пункт. Зараз гэта 19% годовых. По звычайным будаўнічым крэдыце гэтая лічба перавышае 22%. Кредит выдается сроком на 20 лет. Значит, уплата процентов идет равномерными взносами, что позволяет снизить финансовую нагрузку на бюджет семьи. Скористаться такой системой может любой гражданин Беларуси, независимо от того, ці мае ён потребу у поляпшэнні жилевых умов. А кроме того, побудовать кватэру можно у любым населенным пункте краины. До інших тем. 10 годов тому в Беларуси началась реализация декрета номер 18 об державной обороне детей у несприяльных семьях. За гэты час атрымалася вернуть до нормального життя, напэўна, не одну сотню батьков, якія до гэтага не вызначаліся добрыми паводзінамі. Між тым, казаць об полным вырашэнні проблемы пакуль рано. Разом с супрацоўнікам милиции и социальным педагогам у рейд по месцы жыхарства семьяў, якія знаходзяцца ў социально небяспечным становішчы, накіраваўся Олег Сентероў. Марии не исполнилось еще 27, але она уже тяжарная шостом дитяти. Правда, это не той выпадок, когда такую шмандетную семью можно лишить узором для инших. Крыху больше год тому она отримала социальное жилье, але оплачивать все коммунальные послуги тут не спешаются. Нельзя сказать, что в этой семье дети зусім недогледженные, хоть, как признаются сами батьки, с продуктов купляют только самое танное. После того, как на допомогу пришли наставники соседней 56-й Гомельской гимназии, ситуация крыху полепшилась, але кардинально не изменилась. Мы оказали очень большую материальную помощь за счет средств работников гимназии. Мы собирали деньги по школе, приобрели им БУ стиральную машину, приобрели очень много сюда и продуктов, носили детских вещей, кто чем мог, всем помогли. Но, к сожалению, при этом всем санитарно-гигиенические условия у нас неудовлетворительные. Вот, навести порядок родители дома не могут. И, в общем-то, отдачи той, которой бы хотелось, нету. Сегодня ситуация у этой семьи у районной инспекции по справах неполнолетних оценивают как приграничную, а накировать детей у социальной притулки пока не собираются. В речи это крайняя мера, причем становчий эффект достигается не завсёды. Хоть больше 40% вернутых до нормального життя семью так само можно лечить успехом. Те родители, которые хотят исправиться и стать на путь исправления, они кодируются и забирают детей обратно в семьи. Мать четырех детей Наталья лечится мать-одиночкой. Нигде не працующий Евген ни одного из малых своим так и не признал. Причины простые. Женщина отримывает материальную допомогу, на якую все и живут. Причем вельми степло.
Праца уладковаться явлен не збирается, хоть одинная финансовая криница хутка может скончиться. На этом тыдне отбудется посяджение районной комиссии по справах неполнолетних, где будет разглядено пытание об накировании детей у социальной притулки. Хоть у любым разе, как минимум одного дитяти тут уже сдается стратили. Еще 29 листопада женщина народила девчинку, якая до этого часу находится в больнице. Дома для дяди нема никаких умов. Коли в ближайший час ситуация не изменится, немовля может трапить у дом грудного дитяти. Меры, якие плануется принять до этой семьи, максимы и не вельми популярные, але другого выйти тут, напевно, уже соправды нема. Мы их привлекаем к административной ответственности по статье 9.27 Кодекса административных правонарушениях. А для тех, кто в категоричной форме отказывается исполнять свои родительские обязанности, возбуждаются уголовные дела по статье 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі адбыўся рэгіянальны эскізны тур рэспубліканскага фестывалю конкурсу «Млын моды 2017». Сталічная камісія ацаніла эскізы калекцыі і работы конкурсантаў у номінацыі «Фота». Традыцыйна ў фестывалі прымаюць удзел прадстаўнікі ўстаноў адукацыі, а таксама індывідуальныя дызайнеры і фатографы. Да ўдзелу ў першым рэгіянальным туры на Гомельшчыне падалі заяўкі каля 50 чалавек. Наяўнасць ідэі, якаснае выкананне эскізаў і навізна – галоўныя крытэрыі ацэнкі. Мы моду вперед, наверное, на 2-3 сезона раньше должны угадывать, потому что все-таки это творческие коллекции, они не должны соответствовать сегодняшней моде и сегодняшней стилистике, потому что если они будут показывать то, что сегодня исполняют бренды известные, то, ну, значит, мы уже опоздали. Должны показывать более яркие и все-таки новые какие-то идеи. Конкурсанты представили эскизы жаночай, мужчынскай, падлеткавай і дзіцячай калекцыі адзення. Аўтары лепшых з улікам парад прафесіяналаў пачнуць працу над увасабленнем сваіх ідэй. Паўфінал адбудзецца ў сакавіку. На ім мадэльеры прадставяць ужо гатовыя калекцыі. Увогуле для многіх млын моды не толькі конкурс, але і шанс паказаць свой талент кампаніям лёгкай прамысловасці і ў будучыні заключыць здзелкі на запуск калекцыі ў вытворчасць. Гарадскі цэнтр культуры стаў ініцыятарам дабрачыннага марафона «Ёлка добрых спраў». Да 14 студзеня ў холе установы будзе стаяць ёлка, пад якой можна пакінуць падарунак для хворых дзяцей і выхаванцаў інтэрнатных устаноў. У запуску акцыі прыняла ўдзел уладальніца тытула «Місіс Беларусь-2014» Юлія Перагудова, якая перарэзала сімвалічную стужку. У першы дзень пад ёлкай з'явіліся тёплыя пледы, цацкі і іншыя рэчы. Усё гэта пасля заканчэння акцыі перададуць выхаванцам дзіцячых дамоў. Грашовыя сродкі будуць накіраваны на лячэнне Кіры Куруленка. Новый год – та пара года, когда все верят в волшебство, все верят в сказку, и дети, как никто другой, именно перед этим временем ждут подарков, ждут в первую очередь внимания, ждут доброты, и в силах каждого человека, каждого гомельчанина внести эту небольшую пользу, внести небольшой вклад, хотя бы вот таким образом. Поэтому мы будем очень ждать всех в городском центре культуры, и любая помощь важна. У Гомельской библиотеке номер 8 проходит новогодняя выстава «Кудесница». Тут представлены работы одноименной майстерни декоративно-прикладной творчести, якая працует на базе Палаца культуры чыгуначников. Гэта картины, вышитые традиционным крыжиком, бисером, а так само атласными стужками. Напередодні свята особливо актуальные вязаные крючком цацки и саморобные упрыгоживания для елки. Майстерня декоративно-прикладной творчести «Кудесница» працует у Гомелі 3 года. Удельницы творчих об'яднання прымаюць актыўны ўдзел у розных фестывалях і выставах. Яны дэманструюць свае ўнікальныя ўменні публіцы і дзеляцца ведамі з усімі жадаючымі падчас майстар-класаў. Эта выставка ў нас прадліцца до Рождества, по 7 января 2017 года. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех посетить и посмотреть на эту красоту, получить удовольствие, потому что именно красота спасет мир, и мы должны стремиться к этому. Снежное и морозное надворье затрымается на Гомельщине на весь гэты тыдень. Сегодня у день будет от 1 до 6 с минусом. У сераду крыху теплее от минус 4 до плюс 1. У четверг на протягу суток чекается 2-7 градусов морозу. У пятницу снова похолодает до минус 9 у день и до минус 10-15 у ночи. Зимовый характер надворья захаваецца так само на выходных. Супрацоўнікі Асвод заклікаюць рыбакоў, нягледзячы на мароз, не выходзіць на лёд. Ён усё яшчэ недастаткова трывалы. На мінулых выхадных на вадаёмах рэгіёна загінулі 2 чалавекі.
Один несчастный выпадок отбылся у Чачерском районе. Мужчина у вечера после рыбалки попробовал самостоятельно перейти на другой берег реки Сож. При этом с собой не имел никаких вратовальных сродков. Он провалился под лед, и его тело нашли только раницей наступного дня. Другий выпадок зарегистрированный у Мазырском районе. Трое рыбаков на водоеме зауважили мужчину, который провалился под лед. Они спробовали вытягнуть его с допомогой разных предметов, однако зачапиться за их рыбак не сдолел. Вратовальники, которые прибыли на место, достали мужчину с воды, однако одразу констатовали смерть. На лед, в том числе и минувшие выходные, выходили тысячи рыбаков, пренебрегая своей безопасностью, своей жизнью, своим здоровьем. Подавляющее большинство не имеет по-прежнему спасательных средств, надеясь на то, что их опыт нахождения на льду поможет им избежать трагедии. Однако, к сожалению, так бывает не всегда. За минувшие выходные всего по республике на водоемах погибло 11 человек. И в спорте. Осилки из усих кутков Беларуси споборничали у Гомелі. У спортивном клубе «Гомсельмаш» отбылся Кубок краины по гировым спорте. Кто самый мощный и выносливый, доведался Максим Савин. 12 команд и больше, как 100 спортсменов. Лишь был внушальный. Тем больше, что еще несколько годов тому споборництвы сбирали вдвоя меньше удельников. Гировый спорт набирает популярность в нашей стране. И одна из причин тому – поспехи белорусов на международной арене. На чемпионатах света и Европы наши спортсмены никогда не были статистами. Так что на внутренних стартах конкуренция завсёду высокая. Данные соревнования – это самые массовые наши соревнования в республике. И самые качественные по спортсменам. То есть сюда приезжают сильнейшие. Все выступают с гирями 32 килограмма. И кто старается выполнить норматив мастера спорта. То есть это мастерские соревнования. Это еще один из стимулов, чтобы участвовать в этих соревнованиях и заниматься этим видом спорта. Еще один аргумент на користь гирового спорта – доступности минимум финансовых укладаний. Специализованных умов для занятков не треба. До того же гира снаряд практически вечный и универсальный. Практикование с гирами нашли свое место в тренировочных программах представников шматликих видов спорта, где потребуется выносливость и моц. До того же они широко используются в разностайных направках фитнесу. Мышечные объемы у классичном гировом спорте не головные. И это бачно по спортсменах. По внешнем выгляде и не скажешь, на что они здольные. А потом бачишь, как на помосте атлет вагой меньше за 60 килограммов, а маль полсотни разов штурхая гиры огульной вагой 64 килограммы. И разумеешь, что первые уражения подманливые. Гири вырабатывает характер, силу воли. Характер и сила воли. Это все. То есть действительно, не будешь терпеть, не будет результата. Терпение, характер, сила воли. Это очень хорошая подготовка, очень хорошие легкие. Действительно, силовая выносливость, которую определенную работу он делает в течение определенного количества времени, то есть 10 минут. За счет этого мышцы здесь большие не нужны, потому что в течение 10 минут организм работает, он закисляется, и продукты распада плохо выводятся. Чем больше мышц, тем сложнее работать в гиревом спорте. Представники Гомельской области 9 разов поднимались на пьедестал Кубка Беларуси. Тройчи на высшую приступку. На огульном залику команда нашего региона стала переможцей. Сярод спортивных коллективов – лепшая житковицкая дитяча-юнацкая спортивная школа «Мотор». Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». ГТ, а так само іншие новини вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Ігнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам пленного дня. До новых встреч в эфире.